Всем привет, друзья! Наконец, первый выпуск позиции на картах для ББМок из рубрики «Записки ББМщика». В этих видео я буду рассказывать на каждой карте, где нужно будет становиться на ББМках в начале боя для первичного засвета. И первой картой у нас будет «Горящий песок». Для удобства все видео из этого цикла я буду помещать в специальный плейлист, который уже есть у меня на канале «Записки ББМщика». Там вы сможете посмотреть все видео из этой рубрики. И начнем мы с нижнего респа. Я надеюсь, ни для кого не секрет то, что в порту ББМкам здесь делать нечего. И основные зоны влияния ББМок — это нулевая, первая и вторая линия. И первая точка, самая главная позиция на этой карте вообще, особенно с нижнего респа, именно в квадрате находится C2. С этого квадрата вы высвечиваете проезд на А0, и если у вас союзники попадутся хорошие, всех, кто туда будет проезжать, вы сможете отстрелить, плюс дать информацию, кто туда вообще проехал. Достать вас здесь будет крайне тяжело, потому что вы всегда можете спрятаться за камень. Единственное, только если упасть на вас с дороги, которая находится выше. Но обычно этого не происходит, если у вас есть хоть какое-то прикрытие. Если ваша команда начинает отдавать нулевую линию и рядом союзников уже нету, то задерживаться в этой точке нельзя. Нужно обязательно отсюда быстро оттягиваться в сторону респа. Следующая точка находится в квадрате B0, и если у вас ББМка с хорошей незаметностью, то вы без проблем сюда доберетесь незамеченным. Если же ББМка с плохой незаметностью, то есть вероятность того, что вас могут засветить, так что будьте аккуратней. С этой точки вы будете высвечивать тех, кто будет находиться на трассе по третьей линии, плюс тех, кто будет в квадрате А0. А к тому же ББМка, которая приедет туда светить ваших союзников, вы также сможете ей мешать это делать. С одной стороны, с этой точки отлично можно продвигаться дальше по линии А, но с другой стороны, если в этот квадрат приедут большие силы, то они вполне возможно могут решиться на то, чтобы упасть к вам сюда в ямку и забрать вас. Поэтому очень часто нужно обязательно подсвечивать, если туда приехал кто-то, из-за кустиков аккуратно выезжая, постоянно держать их в свете, чтобы, если вдруг они решат к вам переезжать, хотя бы чтобы успели союзники по ним отстреляться. Теперь давайте перейдем к верхнему респу, и первой точкой, которую можно занять для первичного засвета, будет на третьей линии, на той самой трассе, именно вот в этих кустах, в квадрате C3. Остановившись возле них, вы сможете высвечивать всех, кто будет проезжать на B0 квадрат. Единственное, конечно, как я уже сказал, вы не сможете высветить ББМок с хорошей незаметностью. Но зато всех остальных, кто будет туда проезжать, вы можете подсвечивать. И, как правило, все ЛТшки и ИТшки занимают именно эту трассу для отстрела. Поэтому как раз для них именно вы и будете отсюда высвечивать. Позиция достаточно безопасная до тех пор, пока к вам по нижней дороге, ниже этой трассы, не начнут поджиматься танки. Тогда вы будете рентгеном постоянно подсвечены и уже придется оттуда уезжать. Ну и, наконец, последняя позиция с верхнего респа находится в том самом квадрате А0. А с этого места вы, во-первых, сможете тоже попробовать подсветить тех, кто будет ехать в квадрат Б0. И, само собой, что самое главное, вы будете высвечивать тех, кто будет ехать по третьей линии, по тому самому нижнему балкону. Эта позиция, как и из другого респа, может быть как и полезной, так и опасной. Полезной, если вам получится продвинуться по нулевой линии, опасной в случае, если в B0 приедут силы больше. Поэтому нужно постоянно заследить за тем, сколько туда приехало, и держать их в постоянном засвете. В случае чего, постараться, конечно, быстро отсюда уехать. Так как если к вам сюда успеют перевалиться, здесь тоже небольшая такая низина, где союзники вам уже не смогут помочь. На этом у меня все. Надеюсь, тема вам это понравилась. Если это так, то поставьте лайк. Если еще не подписались на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Чавес. Всем пока-пока.